Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. И сегодня в этом ролике я хочу убить одним ударом сразу двух зайцев. Во-первых, это небольшой влог. Посмотрите на эту красоту. Сегодня первый день лета, и так хочется тепла, уюта, комфорта. Правда, не знаю, когда я закончу этот ролик, но сегодня 1 июня. И сегодня у нас распаковка из интернет-магазина New Chic. Чувства зашкаливают, потому что у меня со спины висит рюкзачок. Вы все знаете, что я не люблю рюкзаки, но этот рюкзак меня покорил. Это рюкзак-сумка, и он очень-очень удобный. Я постараюсь вставить кусочек видео, как это выглядит, как это красиво смотрится. И я знаю, что вы захотите это купить, потому что этот рюкзак еще для молодых мамочек. Вот, в общем, он настолько удобен. Эх, смотрите, кому интересно, все покажу подробнее, расскажу, ну и, конечно же, продемонстрирую. Итак, друзья, сначала посмотрите, какая красота нас окружает. Мы пошли с Лешиком в парк Кусково, и в этом парке погода просто шепчет. Лешик, привет! Вот, и я покажу вам этот замечательный рюкзак. Конечно же, я его выбрала не случайно. Он хорошо дополняет мой трансформер Шанель. Но это просто один и тот же стиль. Итак, сейчас покажу подробнее, что это за рюкзак, что это за чудо. Но сразу хочу сказать, это стала моя любимая вещь. Там у меня вязание, сейчас я его выложу. И вы посмотрите, как рюкзак устроен внутри. Итак, друзья, содержимое вытащено. Сразу хочу сказать, нас ожидает еще один проект. Это будет переделка платья и тоже от New Chic, но это будет позже. А теперь давайте покажу, что это за чудо-рюкзак. Во-первых, он очень-очень вместительный. Посмотрите на сайте, ссылку оставлю. Ну, какой объем, сколько литров, я уже не помню. Очень красивая фурнитура. Вот такие клепки. Вот так называется рюкзак. Я не знаю. Джинкпин. Джинкпин. Вот Лешик мне подсказывает. Что особенного в этом рюкзаке? Вот здесь внутри какой-то металлический каркас. И это открывается как редикюль, как сумка. Очень красивый подклад. Посмотрите, здесь есть карманчик вместительный. Здесь есть вот такие кармашики. Ну, в общем, он рассчитан на молодых мамочек. Я сейчас покажу, зачем. Есть вот такой USB кабель, потому что здесь есть выход для наушников и для пауэрбанка, который можно положить в рюкзак, в карманчик или в рюкзак. В общем, если дождь, чтобы телефон там не промокал. Это очень удобно. С той стороны тоже кармашек. Вообще, я повторюсь, что этот рюкзак для молодых мамочек. Сюда вы можете положить памперсы, какую-то одежду для ребенка. С двух сторон вставить бутылочки. В общем, там на сайте все это показано. Такие же кармашики с этой стороны. И они вот здесь вот на резинке. То есть бутылку поставили. Все это притянула резиночка, притянула бутылку, и она не выпадет уж точно. Ну и, конечно же, этот узор Шанель. С этой стороны тоже есть кармашек. Сейчас я расстегну. Обратите внимание на красивую фурнитуру, металлические замки. И внутри кармашек тоже с таким вот органайзером. Здесь три карманчика и вот такая сеточка. У меня там парфюмерия, здесь я взяла с собой крючки, поскольку мы, я же говорю, совмещаем сразу полезное с приятным. То есть я показываю вам рюкзак, ну, мы идем отдыхать. А здесь не просто еще, Леночка, ты скажи, что вот тут видишь какое, это для сохранения тепла. Сюда
Лёшек вот увидел. Вы представляете, я не увидела. Я поняла, рюкзак для молодых мамочек, если с собой берется какая-то смесь детская, чтобы она не теряла тепло, или наоборот, если что-то не хотите, чтобы грелось, вот это, ну, вот этот материал будет предотвращать либо держать тепло, либо наоборот не пускать жару извне. В общем, да, слушай, какой ты внимательный. А здесь тоже в этом? И в этом карманчике. Вот, видите, молодые мамочки, этот рюкзак для вас. А сзади покажу. Сейчас я вам еще покажу сзади. Ну, понятно, что можно носить как сумку. Здесь, кстати, два замочка. То есть они... Леша, придержи, пожалуйста. Вот с той стороны можешь застегнуть, показать. Вот, видите? А можно эти замочки, их два, по центру, ну, как бы застегнуть, до центра один и до центра другой. Очень удобно. Здесь вот такой кожаный клапан, чтобы вот так вот совместить ручки, чтобы они, ну, собрать их, скажем так. Сейчас Лешек все это сделает, вот. И он сразу... принимает такой аккуратный вид. Сейчас мы застегнем здесь кармашек. Кстати, рюкзак представлен в двух цветах, но я, конечно же, выбрала вот этот с красным, яркий. Есть синий цвет, по-моему, белый и синий. Вот здесь белый и черный, а есть белый и синий. Если под джинсы, то это вот тот вариант. Также здесь есть еще вот такой замок. Но это не просто, это не карман. Это для того, чтобы если рюкзак хорошо заполнен, допустим, памперсы вы положили вниз, и что-то вверху, ну то есть он хорошо заполнен, вы расстегнули, и это можно сказать как дырка с замком, то есть вы здесь расстегнули и вытащили содержимое рюкзака, то, которое находится снизу, чтобы все... не переворачивать, не вытаскивать, очень удобно. Вот такой функции я вообще, ну, я вижу это в первый раз. Есть также замочек для ключей. Ключи там уже лежат. Лешек, покажи, пожалуйста. Видите, как все удобно. А, там у меня вода и ключик. Вот, а я что-то не пойму, это тоже дырка. А, это тоже дырка. Я думала, что это кармашек, а это тоже дырка. Понятно. Это тоже, чтобы вытащить содержимое снизу вот этого карманчика. Все ясно. Лешек, забирай ключики. А, вот так вот ты хочешь показать, да? Так. Теперь, что еще хотела вам показать. Вот эти вот клапаны. Это вот как раз то, что вешается на... Если у вас коляска, вы идете гулять с ребенком с коляской. Леш, помоги мне, пожалуйста. То есть здесь на липучках вы цепляете этот сумку-рюкзак. Вот я сейчас покажу вам подальше, чтобы вы понимали. Два вот таких клапана цепляются на ручку коляски. И рюкзак не нужно никуда класть, он просто висит на ручке. Это, конечно, коляска, но если только внуки родятся, а так уже мне не светит, поэтому это можно применять в метро, когда вы едете, и в метро нужно снять рюкзак с плеч, да, вы можете повесить на перекладину, конечно, не на верхнюю, там есть боковые перекладины в метро, и повесить рюкзак, чтобы не ставить его, допустим, на грязный пол. В общем, нужна какая-то опора. Я думаю, что фантазии хватит, для чего и как, где это применить. Здесь очень хорошие карабины. Посмотрите, как вот я вот держу одной рукой камеру, а второй рукой отстегиваю вот этот карабин. Вот такой металлический клапан, видите? Вот. Вот так вот выглядит эта штука. Сейчас на белом фоне покажу, с липучкой и с таким карабином. В общем, друзья, я от всей души, вот просто от всей души рекомендую вам этот прекрасный рюкзак.
Он действительно очень хорош. Я думаю, если мы будем снимать влоги, я буду постоянно брать этот рюкзак с собой. Очень удобно, очень модно. В общем, красота красивая. А если послушаете еще человека рюкзака, у нас есть такой. Да, вот, кстати, да. Лешин рюкзак. Покажи, Леш, да, поставь. У меня обыкновенный. Ну ладно, не будем показывать. Ну просто мы любим рюкзаки. И как бы этот рюкзак от New Chic, это просто прелесть. Лешик пришел с работы, увидел этот рюкзак на вешалке и говорит: слушай, какой классный рюкзак у тебя. В общем, друзья, он правда действительно классный. Ну, и многофункциональный. Да, и многофункциональный. Так что, молодые мамочки, присмотритесь. Красота. Сегодня мы идем гулять в парк, но прежде чем мы пойдем, и я продемонстрирую вот эту замечательную пару обуви от интернет-магазина New Chic на своих ногах, пока это все чисто, не использовано, решила показать вам вот эту красоту. Тапки дешевые, легкие. Кроме всего, оставлю дополнительную скидку, так что читайте вкладку «Инфобокс». Она находится под словом «Еще», под каждым роликом. Там много полезных ссылок, много полезной информации для вас. И там я оставлю всю информацию по этим сланцам. Настолько легкие, настолько воздушные. С моей проблемной косточкой на правой ноге это просто шик. И вот мы продемонстрируем это все на природе. Подробнее все это покажу, как это смотрится. Но это очень легко, очень удобно. Это я даже не знаю, из чего сделано. Это не резина. Я не могу даже... Это не пластик. Это что-то между резиной и между пластиком. Вот такая перфорированная верхняя часть. Можно вот это... носить как шлепанцы, вот сюда сдвинув, и можно носить как босоножки для более четкой фиксации по ноге. Значит, заказывала я всегда заказываю эту обувь, вообще всю обувь в интернет-магазине New Chic на размер больше. Я ношу 40-й, заказываю 41-й и всегда практически всегда подходит, за редким исключением. Очень рекомендую эти сланцы на лето. Вот просто то, что нужно. Если вы любите активный образ жизни, если у вас проблемные ноги, проблемные косточки, вот эта обувь для вас. Представлены они там в нескольких цветах. Я выбрала вот такие. В общем, друзья, рекомендую. Все хорошо. Вот такие топотошки. Классные. Просто класснючие.
вентиляция, иду, вот эти перфорированные, вот эта вот штука, все вентилирует, нога не потеет. По-моему, $15 они стоили. В общем, красота. Итак, друзья, продолжаем. Хочу представить вам вот эти еще три пары обуви и сделать небольшое объявление. Заказываю я вот эти кеды, кроссовки, кеды. Второй раз вот эту пару обуви я вам уже представляла, но не подошел размер. Значит, $22 стоили вот эти кеды. Мне они очень понравились. Я все надеялась, что подойдут дочери, но дочери малы. Заказывала я 41 размер. Здесь, к сожалению, мы не увидим, только, в общем, в упаковке. И там лежала бирочка, что это 41 размер. И вот малы, представляете? Я нашла на сайте похожие, вот они, вот просто идентичные, та же самая подошва, но заказала 42 размер. И вот эти мне хороши. Поэтому, у кого размер 39, я с удовольствием вышлю вам вот эту пару обуви, пишите мне на почту и, ну, так скажем, по заниженной цене. Договоримся. Очень удобные. Я вам продемонстрирую, как на ноге сидят вот эти вот кеды. Это, ну, наверное, искусственная замша, но очень-очень хорошего качества. Мягенькая, может быть, даже и натуральная. Я, честно говоря, даже вся в сомнениях. Вот такая подошва. Это, я говорю, одна и та же подошва, что здесь, просто немножко рисунок другой, но все то же самое. Очень удобные, просто классные. Я брала под свое, да, они вообще вот этот цвет бежевый подойдут, ну, под любую вашу одежду. Идет обувь вот в таких мешках от New Chic, и вот здесь вот лежит вот бирочка, какой размер. Вот у меня сохранилась бирка с последних вот этих вот, которые я заказывала на размер больше. 42 размер, представляете, вот размер 42, но они на 40, потому что я ношу размер 40. Эти размер 41, но они пойдут на 39. Очень мне нравятся, классные, но вот не подошли. Поэтому кому понравилась обувь, пишите на moon69inbox.ru, это моя электронная почта, и я вам их вышлю. Сейчас я вам вот эти вот, я вам постараюсь ставить видео. Давно снимала видео на вот эти вот $15, вот эти шлепанцы, $25 стоят вот эти. Такие летние сапожки, сейчас о них тоже поговорим. И сейчас покажу. Ну, я ссылку оставлю на вот эти, чтобы вы увидели цену. Вот, нашла. $23 практически они стоили. Ну, дальше эту курточку я вам уже показывала. Это я говорю про вот эти вот прекрасные кеды. Повторюсь, если бы мне не понравилось, я бы не заказала вторые. Продемонстрирую, как это, ну, на ножке смотрится и вообще как это удобно. Теперь хочу рассказать об этих вот летних сапожках. Это не кожа. От слова совсем. Ну, что хочу сказать. Я ожидала, так скажем, большего. Ну, то есть, я думала, что если и эко-кожа, она будет немножко помягче. Конечно же, буду носить, но ожидания мои,
как бы не оправдались, немножко грубоватая кожа у этих сапожек. А вообще задумка, ну, такая хорошая, мне нравится. Давно я мечтала о таких вот летних именно сапожках, полусапожках, ботиночках. Вот. Кстати, внутри, по-моему, кожа. Или мне так кажется. Ну, в общем, на замочке. Вот такая интересная подошва. Заказывала я 41 размер. Ну, тоже такой цвет подо все. Конечно же, буду носить. Ну, вот, возможно, увидите в каких-нибудь моих роликах, где я дефилирую, показываю вам свои вязаные вещи, свои работы. В общем, заказала на лето. Так скажу, ничего особенного. Ну, по-моему, $24. Я думаю, что это недорого. На сезон хватит, выброшу и ни о чем не буду жалеть. Вот такие три пары обуви от интернет-магазина New Chic. Не забывайте посматривать во вкладку «Еще», «Инфобокс», и там для вас будут дополнительные скидки, промокоды. New Chic на это дело богат. Вообще мне очень нравится этот интернет-магазин. Не все, ну, как бы оправдывает мои ожидания, вот как вот эти сапожки. Но в основном я довольна обувью, я ее ношу с удовольствием, тем более у меня проблемная косточка на ноге, и я как бы выбираю такую обувь, чтобы можно было носить с моей вот этой косточкой. Ну а сейчас продемонстрирую эту обувь на ноге. Друзья, именно под это платье я брала вот эти кеды-кроссовки. Вот моя проблемная косточка. И чем хороша шнуровка? Я могу здесь немножко отрегулировать объем, да? Вот она, это моя беда. В общем, 42 размер. А, ну вот же, вот наклейка. Я говорю вам, на подошве не было 42-го. А вот наклейку увидела. Вот сейчас я ее отдеру. Да, придется сейчас как-то отклеивать. Лучше бы они приклеили на подошву. Ну, в общем, класснючие. Я очень довольна. Сегодня прям пойду в них гулять. Возможно, в этом платье. И потом передам вам привет из какого-нибудь парка. В общем, вся такая красивая. Благодарю New Chic от всей души. И сейчас останется мне продемонстрировать вам еще одну пару вот этих вот сапожек, на которые у меня были, ну, так скажем, ожидания немножко больше.